произошла в августе 1944 года. Война подходила к концу, было это в Западной Беларуси. На желтых, почему-то нетронутых огнем хлебных полях подливала оставленная жителями и освобожденная от немцев деревушка. Деревушку у него было ранение в ногу. Его и раненого в грудь лейтенанта оставили возле церкви. А первая машина, возвращающаяся с передовой, должна была их подобрать. А фронт покатился дальше. Что, скушал? Хорошие, плохих-то они не воруют. Ох ты, черт! А колер, колер-то какой! Вот это да! Да! Здесь все от основы зависит. Основа – это самое первое дело для картин. Чем красным составить такой и результат. Да. Хорошие картины. Краска свежести не теряет. Натуральная. Вот сейчас что? Сейчас не краска, сейчас сплошная химия. А мы везли на передовую консервы. Машин не было. И мы с водителем набили консервами старый газик со слабыми скатами. Как-нибудь довезем, думала я. Представляете? Именно в этой деревушке. Именно возле этой церкви у нас сломалось старое весло, и мы остановились. Еще издалека я заметила две фигуры. По форме было видно, что это наши. Один из них подошел к нам. Это был раненый лейтенант в грудь. Он просил отвезти его в госпиталь. Я помню, как вырубился тогда водитель. Куда я его посажу? У меня машина полная. Посадили его на мое место. А мне захотелось осмотреть эту белую каменную церковь. И я зашла. Thank you.
закричала тогда водителю. Я никуда не поеду! Жди здесь. Только, слышишь, никуда не высовывайся. Я в штаб позвоню. Пусть грузовую машину посылает. Ну все, давай. Почему ты так решила? Ну, раз посмотреть. Я альфрейщик. Это почти что художник. Фрейщик? Я по рисунку работаю. Заказчик выбирает рисунок какой-нибудь. Узор, цветы. А я потом исполняю от руки. На стенках, на потолке. Маляшки. Не маляр, альфрейщик 7-го разряда. Я только от руки работаю кистью. Мы трафаретов не признаем. А вот маляр, он по трафарету шпарит. Ну или какой-нибудь другой один цвет, понимаешь? Понимаю. Только вот за эти штуки иногда и пулю получить Как зовут? Водолаз. Водолаз? Меня Андрей.
очень приятно. Ты откуда, да? Из какой нации? Из Казахстана. Из Казахстана? Так это же Алма-Ата, правда? Я же во Фрунзе месяц прожил. Дворец пионеров оформлял. Да. Я же тоже почти мусульманин. Вот я год в Шимахе прожил и 25 лет в Баку. Во всем 26, и получается, что я всю жизнь среди мусульман. Я же все их обычаи знаю. Шахси и Вахси, Навруз Байрам, трауры разные. Да у меня и девушка была азербайджанка. Отец, правда, русский, но мать настоящая армянка. Родители твои откуда? Эй, Саратова мы! Дядька мой все на промыслах работал в Баку. Вот и писал отцу моему. Ну, приезжайте. Погода тут хорошая, люди не вредные. Верблюды по улицам ходят. Как раз было перед Октябрьской революцией. Мать вначале против была. Куда мы поедем с тремя детьми? Но потом ее отец уговорил. Переехали. И вот тут как раз за 5 дней до Октябрьской революции, 2 ноября, родился я. А ты по-азербайджански говорить можешь? Ну, немного совсем. В Баку же разные нации, поэтому как-то все старается общий язык находить. Мен записа верам. Знаешь, что я сказал? Знаю. Знаешь? А скажи, что это означает? Не скажу. Ну почему? Ну скажи по-русски, что такое «мен сани савирам»? Не скажу. Потому что не знаешь. Знаю. Я тебя люблю, это означает. Я ведь не женатый. Ну и что? Ну так. Вот если бы я в Баку... В Алма-Ате жил. Ты бы за меня замуж пошла? Нет. Почему? Потому что ты русский. И что? Я бы не посмотрел. А я бы посмотрела. Вот все вы такие мусульмане. Вот мы с открытой душой, а вы? А что мы? А вот вы. Вот ты замуж за меня не хочешь идти. Да было бы казак, я бы тоже не пошла. Вот еще почему? Да потому не пошла бы. Это, наверное, за мой длинный язык, да? Да. Меня все за это ругают. Ну тебе к черту говорят, голова тебя кругом. А да ладно. Иди сюда. Зачем? Ну иди сюда. Не бойся. Смотри, как красиво. А? Что это у тебя? Где? А, это! Это у меня дырка от пули. Под Курском меня ранил. Не бойся, на пощупай. Да не бойся, спокойно. Вот тут. Чувствуешь, как мягко. У меня же там кости нету. Прящик один, а под ним сразу же мозги. Если какой камушек упадет мне туда, я тут же на месте дуба дам. Полгода пролежал в тылу из-за этой дырки. Потом уже врачи говорил, все равно, если мне что-нибудь на голову попадет, мне крышка, так я лучше на фронте. Вообще я везучий, знаешь. Везет мне. Я же... У меня от всех болезней одно лекарство. Солнце. Иди сюда. Да не бойся. У тебя кто есть в Алма-Ате? У кого?
если бы ты за меня пошла, я бы с тобой по Алмату поехал. А мне что, мне хоть Баку, хоть Алмата, лишь бы люди хорошие были. Возьмешь меня с собой в Алмату? А? Чего молчишь? Возьмешь? Я тебе, наверное, опять надоел своим утром, да? Ты мне говори, у меня ж тормозов нету. Мне мамка говорила, вот Андрюшка посадит тебя за твой длинный язык. Я с милиционерами любил права качать. Если где какой скандал, я тут как тут. Меня все милиционеры в Баку знали. А у тебя кто? Мать, брат, отец есть? Мать и брат. Брат, поменьше, побольше тебя? Меньше. Это хорошо. Карлуша? Брат мой, ну, Карл. Карлуша. Говорил, что жениться надо на сироте. Знаешь почему? Чтобы родители жить не мешали. У меня же тоже отца с детства нету, поэтому я с детства на все руки мастер. Вот возьмешь меня с собой в Алмату, я же тебе такой дом поставлю. Хочешь деревянный, хочешь каменный. Какой материал будет, такой поставлю. Я же тебе стены разрисую, кухню кафелем выложу, полы там и там застелю, заживем. А ты, кстати, кем давай не работал? Я гидромелиоративную технику могу учить. Слыхал? Ну, вообще слыхал, да. Это что-то вроде строительного, да? Не совсем. А то я вижу, хоть и художник, да не очень образованный. Школу-то хоть кончил. 7 классов. Так глупый был. Да ничего, у меня еще все впереди. Я же молодой еще. У меня зато друзья. Знаешь, какой двор у нас был? На весь Баку гремели, нас все знали. Один за всех, все за одного. Вот. Как только война началась, все как один на фронт пошли, хоть с высшим образованием. Вот Рамиза одного не взяли, ну нефтяник у него, броня. А вот остальные все как один. Вот Алик, геолог, Руфат, журналист. Борис физкультурный окончил. Да. А Эдик? Эдик хирург, представляешь? Один я только малообразованный. Ну что ж ты? Да глупый был. Мне мамка говорила, учись, Андрей. Без образования ты никому не нужен будешь. Но это ничего, я же еще молодой. У меня же все впереди. Может быть, талант мне какой откроется. Талант? Какой еще талант? А что ты смеешься? Да я, знаешь, как я картины люблю? Я же с детства обожаю картины. Не, ну, скульптуры меньше, есть хорошие, но картины. Я же даже кружок ходил, акварелью рисовал на бумаге. Потом уже пошли другие. Краски, клеевые, масляные. А вместо холста стены и потолки. Но это я тебе потом. Это я тебе потом все расскажу. А ты мне совет дашь. Не поздно ли мне еще на художника выучиться? Картины свет любит. В сырости держать их нельзя. Краска попортиться можно. Вот, пожалуйста. Размазалась вся. Рисунок потеряла. Но ничего, мы тебя на солнышко. На солнышко тебе получше станет. Нет. Не так. Но долго на солнце и тоже нельзя. Краска может высохнуть. Вот. Вот так вот. Гармонично. Знаешь, что такое гармония? Конечно. Музыкальный инструмент такой. Что-то типа баяна. Нет. Гармония. Это когда ты верный цвет на верное место кладешь. Когда только этот цвет можно, а другой нельзя. Во всем должна быть гармония. И в жизни во всем есть гармония. Вот солнышко светит. И гармония. Сапог не жмет. Это тоже гармония. Гармония сапога с ногой. Во всем должна быть гармония.
Вот сколько ей лет? 1878. 22, 44. 66 лет, Андрюхатин, ты представляешь? Чего только она не повидала? Через сколько войн прошла? Русскую, японскую, раз. Первую мировую, два. Октябрьскую революцию, три. Февральскую, четыре. Через пятую войну проходит, ты представляешь? Люди на фронте гибнут, от болезни погибают, а картина живет. И она не сама живет. Ей люди жить помогают. Без них бы она так просто. Люди должны ценить искусство. Вот я с одним разговаривал, он говорит, искусство для человека как хлеб. Без него бы давно бы уже глотки друг другу перегрызли. Но каждый день такую картину не нарисуешь. Значит, сохранить ее надо. Значит, и висеть должна она на самом видном месте, чтобы каждый мог ей полюбоваться. А эти сволочи немцы в ящик ее в темноту, а в темноте картина слепнет, как человек, ты понимаешь? Диалектика. А ты говоришь, баян. Ничего я не понимаю, что ты мне тут рассказываешь. В картинах твоих не разбираюсь. Но это привычку надо иметь. Понимаешь, это развиваться надо. Я же тоже не сразу понял. Я знаешь, сколько этих картин осмотрелся. Дворец пионеров оформляешь, картины висят. Министерство какое-нибудь. Везде картины, понимаешь? У нас в Казахстане тоже художников много. Да, не без этого, конечно. Любой народ, в каждом народе таланты свои есть, понимаешь? Но вот просто вы из-за Магомета пострадали. Он запрещал людей рисовать. Да, поэтому у вас нету тяги к тому делу. А мы постоянно хотим. Вот русские, когда иконы начали рисовать, а? Вот, поэтому мы все время краски тянемся. Мы все время хотим что-то изобразить. Ты врешь ты все, треплешься. Маляр обычный, а строй что-то себя. Да не маляр, Альфрейчик. Ну, конечно, я же без образования, мне трудно объяснить. Так бы много знал. Вот ты где эти картины взял? Там. Где? Ну, там. Здание это двухэтажное. С двумя башнями, на замок похожее. Там много ящиков было. Что? Что такое? Ну что они там? Понимаешь, что ли? Ну, картины ведь хорошие, я просто посмотреть хотел. Да за ними еще кто-нибудь придет. Да не придет никто, да ты чего? Ты же сама говоришь тебе, что картина, что картошка, ты же ничего в них не понимаешь. Знай себе, слушай, ты сделаешь, зачем пошел, зачем и поедешь. А для таких дел душа нужна! Душа нужна для таких дел! Да, вот смотри, вот почему иной раз на природу смотришь, а не плакать хочется от радости. Ну почему? Ну почему ты на эту картину так глаза щиплет? Смотри, ну скажи, можно народ обмануть, а? Написал тот художник картину ради денег. И что? Вот посмотрит на нее народ и забудут. А настоящую картину не забудут. Вот почему иной раз настоящая картина так глаза щиплет? Да потому что она настоящая. Вот. Может быть, имя того человека, кто ее написал, забыли. А картину... Мы разговаривали с Андреем допоздна. Он мне рассказывал о художниках, показывал картины. Я не заметила, как пронеслось время. Thank you.
солнышко садится. Пора к ночлегу готовиться. За тобой когда машина приедет? Вот. Потом поздно будет. Держи. Ты где? Ляжешь. А давай. Не побоишься одна? Может, вместе ляжем? Все равно ведь поженимся. Все равно ведь поженимся. А хочешь, я тебе расскажу, как я к войне оказался морально подготовлен? Еще ведь не знал, что она начнется, а уже был отлично морально готов. Не, ну физически, конечно, тоже, но это с детства. Морально. Ты правильно делаешь, что молчишь. Помолчи. Я буду рассказывать, а ты, может быть, заснешь. Ну, я начинаю, Адалат. Как-то я в больнице с Димашкой. Это самая большая больница у нас в Баку. В хирургическом отделении. 7 дней лежал. 6 дней. На спине и на 7-й мне разрешили подняться. А тут как раз мамка пришла проведать меня. Мамка помогла мне подняться. Вышли мы с ней на балкон прогуляться. А там такой балкон длинный на всю палату. А у меня настроение такое паршивое. История там одна приключилась. Ерунда, вроде бы, пустяк. А кажется, что жить неинтересно стало. Вот как будто бы все уже. Понял ты свое место в жизни, и вот неинтересно дальше жить. Как будто так и будет твоя жизнь перед глазами, как колесо крутится. Наверное, у каждого человека в жизни такой бывает момент, когда ты вдруг не понимаешь, не осознаешь, тут раз все понимаешь. Вот именно это место тебе отведено. Вот именно это твое предназначение. Вот столько и ни грамма больше. Да, значит, вышли мы с ней. А там солнышко светит, а я вижу, парень на лежаке деревянном загорает. Лежит на боку, так книжку читает, руку приподнял, чтобы загар ровнее ложился. А у самого ног нету. Вот такие вот культи из живота торчат, как колбаски маленькие. Моей маме аж дурно стало. Я его спрашиваю, бедолага, ты как жить дальше будешь? Оказалось, 20 лет ему всего. Только-только военное училище окончил. После экзаменов с ребятами выпить решил. Возвращался домой, попал под электричку. И обе ноги разом! Мне за него страшно, а он улыбается. И такая улыбка у него грустная. Но все равно улыбается.
говорит, браток? Плохо. А все равно жизнь у нас одна! Одна у нас жизнь, понимаешь? Никому ты ее не отдашь, никому не променяешь ты ее. Одна жизнь, понимаешь? Жить надо! И так эта мысль тогда у меня засела. И понял я, при всяких трудностях уже хорошо, что живешь. Хорошо! Потому что при всяких трудностях нет-нет, а какая-нибудь радость тебе обязательно улыбнется. Обязательно какая-нибудь радость тебе улыбнется. А потом война началась. И оказался я к ней. Отлично. Морально подготовлен. Жарко же. А сейчас? Ну тут речка недалеко. Что такого? Ну жарко ведь. Да я не могу. В Алмате что, моря нет? Нет. А в Баку есть. Я знаю. А я тебя научу, поешь? Тебе же все равно нельзя. Да, это потом разберемся. Ну, пойдем. Мне не в чем. У меня есть. Ты можешь переодеться, я подглядывать не буду. Я же из Баку. Ты что, хоть и русский, но я такой же насчет порядков строгий, как и бакинец. А? Ты подглядывай. Да, конечно, Кать, ты что? В Баку, знаешь, интересный народ живет. Вот вроде бы русские и уже не русские. Азербайджанцы и уже не азербайджанцы. Даже армяне не такие, как в других городах. Я это к чему говорю? Эй! Я к чему говорю? Каждый народ свои порядки уважает. Без этого же никак нельзя. Уважение должно быть. А как же иначе? Вот мы, к примеру, с Карлушей, если кто наших сестер обидит в шутку или всерьез, да мы его так обидели, да мы ему на всю жизнь запомним, понятно? А иначе как? Уважение должно быть. Так это, я к чему говорю? Может, поедем ко мне в Баку? У меня мамка добрая. Да и я сам веселый. Что? Это же что, шутка была! Нет, что ли? Ты? Мозгов у тебя нету, что ли? Чокнутый! Ты что, это же шутка? Голова у тебя не в порядке! Ну, это понятно. Ты что? Да мужик так не шутит! Папа, ты вот ты кто, чокнутый! Ты чего? Ты чего обижаешься-то? Ну, шутка обычная. У меня муж! Ребенок, понял? Ты понял? Ты же говорил, у тебя нет никого. Да ладно. Идет кто-то.
Говорили они по-немецки. По их движениям и жестам я стала понимать, что один из них догадывается о ценности картин. Тогда он стал остальным предлагать забрать их с собой. Другой унтер запретил ему это делать. Тогда он схватил картину и начал запихивать ее в свой вещмешок. Высокий унтер подошел и пнул его. Сволочь! Сейчас картины начнут делить! Андрей, не стреляй! Их 7 человек, они сейчас уйдут, Андрей! Я не выстрелю, только пускай картины не тронут! Да не нужны им картины, Андрей! Андрей, послушай меня! Андрей, я не верила в то, что Андрей может выстрелить, и все же боялась этого! Немцы перестали драться! Высокий унтер уже стоял возле картин, достал из кармана зажигалку! Жгут! Сволочи, жгут! Да не тронут они этих картин! Я уже не сомневалась в том, что Андрей может выстрелить! Я всем телом навалилась на автомат. Мое лицо было совсем близко к лицу Андрея, глаз к глазу. Пусти! Андрей, не смей! Андрей, ты слышишь, война закончится? Они уйдут, Андрей, мы останемся, мы будем жить. Ты мне сразу понравился, Андрей, только не стреляй, мы останемся с тобой. Ты же сказал, у тебя муж. Андрей, он же далеко, он на севере, Андрей, что? Если ты не выстрелишь, они уйдут. Андрей, мы будем жить, война заканчивается. Ты слышишь меня? Ну что в этих картинах? Прошу тебя, Андрей. Я не выстрелю. Пускай картины только не трогают. Высокий унтер прикурил от зажигалки сигарету, сделав несколько затяжек. Он щелчком швырнул эту сигарету в сторону. Постояв еще несколько минут, он вышел медленно из церкви, остальные двинулись за ним. Писала, в Баку пленных немцев привезли. Так люди уже жалеют их, хлебом дают. Я там давать надо, а не хлеб. Ну, не знаю. Они, конечно, много зла причинили, но ведь не все же виноваты. Это сейчас кажется, что они враги наши навсегда. А может, пойдем, время пройдет и дружить еще будем. Понимаешь? Ты вещи говоришь. А война это как болезнь, понимаешь? Вот пока она есть, тебе кажется, что ничего хуже нет. А вот кончится война. Хорошо. И слава Богу. Шамди! Да ты не подумай, я солдат нормальный. Если надо убивать, я убиваю. А только чего поделаешь? Радоваться тут нечему. Печальная необходимость. Была бы моя воля, я бы этих сволочей тысячами бы убивала за все то горе, которое проклятая война мне принесла. Да, конечно, люди пострадали сильно. А муж твой? Отец. Он был настоящий мужчина.
меня брат погиб. Карлуша. Карл. Знали, что я их люблю? Я же им не говорил. Ты первая. Адалат! Адалат! Мен. Сани. Савирам. Автоматные очереди. Тело Андрея подалось вперед. Как будто пули толкнули его. Он еще стоял на ногах и пытался спасти картины. Я кричала: Андрей! Андрей! Он не слышал меня уже. Он упал на землю. Руками схватил автомат и стала стрелять по немцам, которых уже не было.
Перед шинелью Андрей лежал возле абсолютно сгоревшей стены. Рядом с ним были его спасенные картины. Издалека доносились слабые артиллерийские залпы, напоминающие ушедший гром. На колокольне проснулись ото сна галки. Прошло много времени. Я сейчас работаю искусствоведом. Thank you.